саженцы и рассада лилейника гибридного лавендер туту – это оригинальный цветок, который напоминает пачку балерины. Его лепестки имеют заострение у краев, окрашены в равномерный персиковый оттенок. Верхний их слой обрамлен ярко-желтой контрастной каймой. Первая волна цветения наблюдается в июне-июле. За этот период цветок может образовать до 30 бутонов. После небольшого перерыва он зацветает повторно и не теряет свою декоративность до осени. С уходом за лилейников справится даже новичок. Кусты хорошо укореняются и быстро адаптируются к перепадам температур, могут без ущерба переносить засуху и зимовать под снегом без укрытия. Лилейник гибридный лавендер туту – это многолетнее растение. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.